you here in our new branch. Bine ați venit, suntem foarte bucuroși că ați acceptat invitația de a veni în această filială nouă a băncii. Well, we know the place, we were already here. Noi suntem cunoscuți cu acest loc, deoarece am fost aici de mai mulți ani. We knew that this place is appreciated by our clients. Noi am știut că acest loc este apreciat de clientele noastre. And as you can see, we decided to make it bigger. Și după cum puteți vedea, am decis să o extindem, facem o filială mai mare. Nice desk for management of a branch. Avem și birouri pentru managementul filialei. In standards of Mobias Banca Group Societe Generale. În standardele Mobias Banca Group Societe Generale. We hope that in the hands of Alina you will be well satisfied of our services. Suntem siguri că în mâinile, sub conducerea linii, veți fi satisfăcuți de calitatea serviciilor noastre. In this town that we appreciate all, which is Valt. În acest oraș care îl apreciem foarte mult în Valt, avem o clientelă stabilă. Na clienta, именно поэтому мы приняли решение расширить площадь данного агентства, превратить его в филиал, для того, чтобы клиентам было удобно обслуживаться, для того, чтобы они видели такой же интерьер, экстерьер, качество обслуживания, как они могут встретить во Франции, в Румынии, в России, неважно где, стандарт Société Générale, он повсюду одинаков. Открытие этого обновленного филиала входит в нашу общую стратегию развития, включая открытие новых филиалов в Бельцах, потому что мы думаем, что на данный момент у нас уже 5 филиалов, но думаем, что есть еще место для развития, для того, чтобы покрыть полностью весь город. Также не только Бельцы, но и весь северный регион. У нас сегодня есть филиал в Дроке, есть филиал в Единцах, филиал в Сороках, филиал в Унгенах. Но мы планируем очень активно развивать наши точки продаж, также и в других северных городах. Еще раз большое спасибо. Я уверен, что вам понравится быть и в дальнейшем клиентами нашего банка. Хочу поздравить руководство и руководство бельского филиала, госпожу Людмилу Савко, потому что под ее руководством я считаю, что филиал будет расти, да, вот все будет развиваться. Я очень рад, что все, что происходит в Бельцах и в регионе, в северном регионе, уже Mobias Bank и Group Société Générale стал более визибельным, да, то есть видна работа, как вы сказали, стратегия развития вашей сети филиалов и банков, она видна. Я хочу отметить и вот сейчас сказать спасибо за помощь, которую вы оказали тогда в организации экономического форума в марте, 27 марта, это впервые в Молдове был организован интеррегиональный форум молдо-румынский. Поэтому мы благодарны вам, мы благодарны тем клиентам, которые пользуются вашими услугами, и может быть в дальнейшем мы как-то будем сотрудничать вместе. Обязательно. Спасибо. В своей фирме, я являюсь директором фирмы Сырова Купали, и в момент открытия своей фирмы, как бы, так сложилась обстановка, что как бы мой друг был главным бухгалтером в одном из ваших филиалов, он познакомил меня с вашим банком. Уже 7 лет вы проявляете стабильный рост, стабильно представляете очень выгодные условия, потому что как бы приходят ко мне другие банки, которые также предоставляют какие-то там услуги, пытаются, но ваши за 7 лет пока никто не смог меня переубедить перейти в другой банк. Желаю вам тех же успехов и дальше, и чтобы вы продолжали двигаться в том же духе, мы будем работать вместе с вами на благо нашей жизни. Очень приятно.